Сколы, потеки, старые лифты – далеко не все претензии к управляющей компании, которые накопились у жителей Левобережья. Дом номер 21 по улице Зеленой построен в 90-х. Действующая коммунальная организация обслуживает дом 3 года. Подъезд в ненадлежащем состоянии. Чтобы урегулировать ситуацию, олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова пригласила главу городского округа Дмитрия Волошина не как депутат, а как житель дома. Раз в месяц моется нижняя площадка у лифтов. Остальное все до 14 этажа практически не убирается. Не говоря уже о лестничных площадках. То есть о лестнице, которая в подъезде, она вообще, по-моему, никогда не убирается. То есть как там мусор и грязь, и вот это черное все покрашено. Ну, я хочу просто, чтобы он увидел и как-то среагировал на благо людей. Вопросов к управляющей организации много, но мнения жителей разделились. Одни требуют ее смены, другие считают, что 3 года работы – срок небольшой. Есть замечания, мы тоже с ними боремся, мы не даем им жить спокойно. Вот. Но вопросы решаются. По крайней мере, вот прошлый год у нас первые этажи уже так более-менее приведены были в порядок. И сейчас начался у нас капитальный ремонт в доме. Проблем очень много. Дмитрий Волошин осмотрел подъезд и прилегающую территорию. Коммунальщики должны в кратчайшие сроки устранить недостатки по содержанию дома, а также погасить долги перед ресурсными компаниями. У вас не должно быть никаких долгов. Управляющая компания долг 16 миллионов за тепло. 16 миллионов. Вы эти деньги должны отдать. Жители – это жители. Может быть, кто-то не может заплатить. Я не знаю. Вы же в этом доме пришли заниматься работой. Сегодня в Химках работает 80 управляющих компаний, но не все выполняют свои обязанности добросовестно. В планах властей – создать ресурс с информацией о компаниях-должниках, а также оповестить прокуратуру.